Еще одним спортивным событием стал турнир по хоккею. Любительские команды боролись за кубок главы городского округа Люберцы. Встреча состоялась на ледовой арене «Зенит» Томилина. Там работала наша съемочная группа. Ледовая арена – место притяжения спортсменов в любое время года. Здесь оттачивают навыки мастерства юные хоккеисты и фигуристы. Сейчас на ледовом поле детские команды «Зенит» играют в дружеском турнире. Занятия проходят 5 раз в неделю. 2 часа. Чтобы хорошо уметь играть в хоккей, нужно хорошо кататься на коньках, уметь пасоваться и видеть все поле. А это уже опытные хоккеисты. 4 любительские команды сражаются за кубок главы Люберец. В прошлом году первое место досталось «Фениксу». На этой игре в первом матче команда встретилась с клубом любителей «Динамо». Мы, конечно, заняли лидирующие позиции, играем в зоне, но всегда есть интрига. Планка всегда высокая. Ну, главное, без травм, чтобы спорт нес только радость. Ну, а дальше это всегда борьба, всегда конкуренция. Ну, конечно, всегда надеемся на призовые, ну и на первое место. Команде, которая завоюет победу на этот раз, предстоит игра в Суперкубке с ветеранами хоккея из Воскресенска. Перед началом турнира спортсменам пожелал удачи глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Хоккей – это игра не для трусливых, это игра сильных, смелых парней и девчонок. Я тут заметил, тут и у нас девчонки есть. Я хотел бы сегодня пожелать вам такого хорошего спортивного настроения, спортивного азарта. Получайте удовольствие от игры. Кубок главы городского округа Люберцы – ежегодное спортивное событие, которое собирает настоящих ценителей хоккея. Впервые эти соревнования прошли 4 сентября прошлого года, через 6 месяцев после открытия ледовой арены. В планах организаторов с каждым годом делать турнир еще более масштабным. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.